Самодельная садовая лавочка-трансформер из профильной трубы, легким движением руки, превращающаяся в стол со скамейками. Две скамейки. Все просто. Гости ушли. Бро. Здесь никаких перепадов. Здесь все в одной плоскости. Потрясающая ручная лазерная сварка с помощью специального портативного оборудования, позволяющая быстро и качественно сваривать практически любые металлы в любой среде. Самая простая и эффективная самодельная мышеловка с использованием пластикового ведра. При этом ни одна мышь не пострадала. Керосиновая горелка прошлого столетия для разогрева еды. Самодельные велосамокаты различных модификаций и конструкций, на которых можно успешно как ездить, так и плавать. Посадка картофеля самодельной картофелесажалкой в сцепке с самодельным мини-трактором. Нормально, нормально. Сбор урожая помидоров в Мексике. На первый взгляд может показаться,
что убирают зеленые помидоры. На самом деле, это томатилоу, так называемый мексиканский томат в шелухе, который при вызревании напоминает зеленый помидор. Самая быстроходная итальянская ножничная косилка BCS. Благодаря своим первоклассным характеристикам во всем мире для фермерских хозяйств является косилкой номер один. Отчесывающая жатка, предназначенная для уборки зерновых культур методом отчесывания растений на корню. В отличие от традиционной жатки, принцип действия которой предусматривает скашивание растений, отчесывающая жатка обмолачивает только зерновую часть растений, не нарушая целостности стеблей. Самый красивый тайский футуристический рисоуборочный комбайн. Для повышения проходимости сделан на гусеничном ходу, поскольку работать комбайну приходится в условиях низкой проходимости. Уникальный тандемный трактор Dow Triple D, производившийся по индивидуальному заказу в середине 20 века. Представляет собой полноприводный трактор, полученный в результате сочленения силовых агрегатов двух тракторов Fordson в одно целое, что позволяло увеличить выходную мощность на 30%. Это делало данный трактор самым мощным по сравнению с любым одномоторным трактором того времени. Если у вас есть старенький, но крутой пикап-внедорожник, типа Dodge Ram с 250-сильным турбодизелем Cummins из далеких 90-х, и вы захотите его как-то преобразить, то у вас вариантов будет совсем немного. Это вероятнее всего или придать машине лоск определенного тюнинга, или переделать ее во что-то другое, например, в автодом, как это решил сделать один чудак из Канады. И не просто в автодом, а в настоящий дом с крышей, и не на колесах, а на гусеницах. Эдакий гусеничный дом-вездеход, если, конечно, таковые существуют в природе.
И когда на горизонте появляются такие креативщики, порой бывает непонятно, что в таких случаях движет людьми: желание выделиться или сделать такое, что никто никогда не делал. Ведь если разобраться, то практичность у такого транспорта, если можно это назвать транспортом, сводится до минимума. Во-первых, очень ограниченная видимость дороги с места водителя. Во-вторых, довольно сомнительная жесткость самого кузова. И в-третьих, большая парусность, что влияет не только на скорость, но и на устойчивость. Но как бы то ни было, прогрессом зачастую и движут всевозможные неординарные решения, которые иногда не вписываются в общепринятые нормы. Не всегда, конечно, достигается требуемый эффект, но в любой идее, пусть даже абсурдной, можно найти много полезного. Друзья, а вы как думаете, чего заслуживает данная модель автодома? Быть ценной и полезной, или просто похвал за идею и труды? Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.